Перед игрой, получив протокол, выяснилось, что у Белгорода большие проблемы с составом. Из основы играло, по-моему, сегодня, если не ошибаюсь, 3-4 человека. Поэтому, конечно, они избрали тактику, много молодых у них играло, тактику избрали от обороны. Все отходили все на свое поле, на свою половину поля, и часто приходилось взламывать 9 человек. Конечно, тяжело позиционно играть все время в такой футбол. Ну, мы старались, мы находили моменты, да. Все равно вот с этим завершающим ударом были у нас все не проблемы. И, наверное, при таком преимуществе должны, наверное, более крупно выигрывать. Но, конечно, победа всегда приятна, и это, она очень важна сегодня. И есть благодарность ребятам, что был настрой. Этот настрой, наверное, и где-то и мешал им распорядиться в хладнокровно завершающей стадии. Ну, встречались два лидера зоны. Такие игры обычно не бывают красочными. То есть много борьбы было, много желтых карточек. Ну, к сожалению, торпеду удалось забить, нам не удалось забить. Поэтому такая игра получилась. Еще одна причина, что у нас много травмированных игроков. Самсонов, Концедалов, Агеев, Майорский. И в связи с погодными условиями большая группа игроков заболела, с температурой была. Мы тренировались вот всю неделю, даже не в полном составе. Поэтому отсюда и результат, я думаю, что мы не смогли полностью состав выставить. А так, кто вышел на поле, у меня особо претензий нет.